Я еще не успел спуститься в подвал, а оттуда уже доносились крики. Бойца оперировали. Счет шел на минуты. Его привезли буквально перед нашим приездом. Получил тяжелое осколочное, но жить будет. Занимаемся оказанием медицинской помощи раненым, поступившим к нам с поля боя. Вот сейчас проводили первичную хирургическую обработку. Здесь минно-взрывное ранение с повреждением грудной клетки, проникающей. Обработали рану, оказывается, первичную хирургическую обработку произвели, задренировали плевральную полость. В дальнейшем пойдет на эвакуацию. Да, здесь, в общем-то, не на гражданке, здесь себя специально настраивать не приходится. Поступают ребята, много патологии различные. Вызвали, пришел, сделал. Пошел по контракту, потому что срочную службу я не служил, хотя сам хотел. И получилось так, что из-за плоскостопия меня не взяли тогда. Но когда начали брать по контракту, я решил попробовать. Ну и меня взяли, как бы там не смотрели уже то, что плоскостопие. Старался в основном отказываться от механика-водителя, пойти простым стрелком, чтобы рядом с пацанами быть. Своими сослуживцами. В переходе через лесополку в другой лесополку, получается, в лесок, там расстояние небольшое. Ну, прилетел, значит, сначала что прилетело, так мы не поняли. Но очнулся от того, что уже рука висит, кисть. Второй рядом со мной, один кричит там, не пойму, что с ним случилось. Много таких, говорю, людей, с такими же ранениями, причем приходят тоже. Все приспосабливаются, есть помощь, тем более родители, семья, все равно есть и помогут. Как-то с этим справиться можно. Можно дальше жить. И нужно, по идее. А насчет этого ранения зацикливаться тоже не надо. Так что приспособлюсь дальше. Буду так же жить, как жил. Только чуть, конечно, неудобно, но все равно. Все же лучше. Ну, то с детьми можно в пиратов играть. А так все нормально. С детьми в пиратов играть. На этой веселой ноте мы попрощались с демоном. Сейчас у него все хорошо. Он дома. Восстанавливается и не унывает. Для него это не конец, а только начало. Начало уже совсем другой жизни. А это Оля. Подписала контракт. Родом она из Владивостока. Не близкий путь, правда? Здесь у нее муж на фронте, а она жизни спасает, без отгулов и выходных. А сейчас я здесь, в госпитале, веду прием терапевтических больше пациентов и параллельно занимаюсь списками легкораненых и эвакуированных, то есть занимаюсь параллельно административной работой. Сейчас мы идем по служебным помещениям нашего госпиталя. Здесь достаточно прохладно, мягко говоря, прохладно. Температура около нулевая, потому что на улице минус. Условия, сами видите, ну, не совсем, можно сказать, оборудованные. Что смогли, то сделали. По крайней мере, из окон не дует светоизоляция и хотя бы какая-то теплоизоляция налажена. То есть, по крайней мере, здесь немножко теплее. Те помещения, где у нас лежат пациенты и где проживает наш персонал, они, конечно, отапливаются дополнительно либо дизельными, либо электрическими теплопушками. Электроснабжение у нас централизованное, но с ним бывают большие перебои, поэтому имеется стационарный генератор, который позволяет обеспечить бесперебойную работу электрического оборудования, в том числе операционной. Вот такой вот организовали небольшой спортзал, чтобы в свободное время можно было не только валяться на кровати, читать книжку или смотреть телевизор, но и
приобщаться к физической культуре, к спорту. Очень большим интересом пользуется у нас теннисный стол. Ребята в свободное от дежурств время играют настольный теннис. Турник со шведской стенкой. Ну и штанга, куда ж без нее-то. Силовые виды спорта тоже никто не отменял. То есть, в принципе, ничего такого изысканного, но самое необходимое тут есть. Служу по контракту. Пришла добровольно. Женщин, сами понимаете, не мобилизуют. Я пришла добровольно. У меня мобилизован муж. Он сейчас находится на другом направлении. И решила вот присоединиться, можно так сказать, к нему. Не конкретно к нему, но, тем не менее, вот тоже принять в этом всем участие. Потому что чем больше людей здесь будет, чем больше будет участвовать людей в этом, тем быстрее мы победим. Пока разговаривали, Олю окрикнули. Поступил звонок из точки эвакуации. Везут раненого бойца. Нужно подготовиться. Госпиталь в Рубежном собрал в себе неравнодушных врачей из разных регионов России, в том числе из Югры. Они здесь живут и работают. И работа их – это борьба за жизнь. Жизнь наших с вами солдат. Значит, в настоящее время поступил пациент с поля боя с огнестрельным пулевым ранением, проникающим в грудной клетке слева. Значит, пуля у него в легких находится. Значит, на первом этапе у него было выполнено дренирование плевральной полости по БИЛАУ слева. Значит, в настоящее время данных за продолжающееся кровотечение нет. Пациент будет какое-то время наблюдаться у нас в госпитале. И в дальнейшем его ждет, естественно, эвакуация. Закончил Красноярский государственный медицинский университет, поступал еще в академию, закончил уже университет. В 2011 году, потом 2 года ординатуры было, и уехал работать в район, в Красноярский край, проработал там 10 лет, ну и вот оттуда, можно сказать, призвался. Здесь, конечно, работа отличается от гражданской, на гражданке там и плановые операции, и таких операций было гораздо меньше происходит, чем здесь. А здесь, конечно, только огнестрельные, либо осколочные ранения, раны рваные вторичным уже поражением, либо там бревно упало, либо что-то отскочило, либо упал боец. Вот. В принципе, когда мы сюда приехали, было работать, как сказать, волнительно. То есть боялись и прилетов, и все равно вот эти звуки были не с привычно. Сейчас уже более привыкли, работается нормально. Конечно, бывает такое, что без отдыха, когда идет наступление, вот, без отдыха, и днем, и ночью работаем. Ну, а так, в принципе, уже привыкли, уже нормально. Средь бела дня или в ночи, под рев сирены шум ракет, здесь пациенты и врачи, на завтрак, ужин и обед, за общий стол садятся цело, сплотившись общим духом, и тут каждый знает свое дело. И от заката до зари со смертью бьются воедино, чтоб каждый выжил здесь солдат. Врачи и наша медицина, старушки ставят шах и мат.